да, золотой уже закончился. В общем, всем доброго утра. А ну дай хоть мама попробует покрасить. Я еле их открыл. Глянь, что я с крышкой сделал. Пришлось их взломать. Да. Да, они плохо открывались. Ага, ну значит, в мусорку его туда до папы нести. А Фанечка, а можно мама попробует? Да, да, это какой у тебя? Черный. Это. Цвет настроения черный? Да. Вон, глянь, я нарисовала. Вон. Граффити. Вон. А, ага. Мы с Афонькой забрали кого? Да-да-да-да, Антошку. Пошли сейчас пообедаем, хорошо? Теперь Антоха хочет рисовать баллончиком. Ну, у Антоши-то свои-то два, да? Гришины не трогай, бери свои, понял? Нет, мам, он может мои брать. Он не брал твои. Я ему сказала, пусть первый раз, а то он бы взял твои, и сразу бы их краски там не так много. Знаешь, ты его пока возьми, пока вы пробуете, своими, хорошо? А он своими. Ну, он еще... Лали бутербродики. Мам, да! Спасибо, мам. Мам! Давай тарелочку скорее. Горячий. Давай, на, Афонь. Смотрите. Смотри, наше мастерство. Гришина и наше. Угу. Видишь, как все, как радуга. Угу. И вон же плотно еще. Ну, красота. А ты куда? Никуда, пришла на вас посмотреть. Ну пошлите тогда в комнату, а то уже холодно, еще и дождь капает, да? Я и говорю, Афоня, все, пойдем, надо еще Грише оранжевый. Угу. Будем десятку рисовать. Пошли. Наконец-то я нашла время и села сейчас монтировать. Вот. Я тут делаю, ищу параллельно того, что пока видео вводится на компьютер, я ищу параллельно, нужно найти, знаете мне что, какую-нибудь идею, ситцевая свадьба, в общем, нужно сейчас что-то подыскать, какую-то мысль, идею, нашла вот парочку прикольных картинок, вот это вот мне очень нравится, прям очень нравится, мне кажется, такие милахи, да? И сейчас еще покажу, что мне еще понравилось. И вот еще очень такие эти мишки. Это просто огонь. В общем, такие две красоты, которые мне нравятся. Ну вот они же. Посмотрю, что выбрать. В общем, нужно подхватить. Знаете, вот смотрю какие-то идеи, а потом из них рождается целый набор. Так что сейчас буду выбирать. Трудно, знаете, не сделать какие-то пряники. Ну, то есть, легче всего, когда тебе показывают, нам нужно вот такое вот скопируйте. Либо там из серии там, три кота, да, то есть тоже ничего сложного. Но когда просят, нам нужно на вот эту дату, все делайте, мы вам доверяем, все как вам нравится. И тут надо думать. В общем, сейчас вдохновляюсь, смотрю какие-то идеи. Посмотрим, что из этого получится. У меня тут, посмотрите, почти каждая орхидея будет цвести. Вот. Уже у нее вот такой вот цветонос. На улице у нас дождик идет, но в это окно не видно. Дождь не... ветер не сюда, тут кажется, что все отлично. Так, вот еще одна орхидея. Я даже уже, честно, не помню, какого цвета, поэтому это такой будет сюрприз. Вот еще вот эта орхидея обожает именно это место. У нее в этот раз два цветоноса. Это белая. Вот эту я точно узнаю. Я ее Соня на деньги. Я ее узнаю из тысячи. Она, конечно, за лето пострадала, но она сейчас восстанавливается. И посмотрите, какая красота будет. Чем очень она мне нравится. Это белая. Она настолько благодарная, настолько вообще. Любит это место. Вот, а вот в этом окошке уже видно
дождик. Здесь у нас герань. Вот это уже отцвела, вот еще будет цвести. И вот это вот тоже цветок, который бабушка Галя подарила, будет цвести. Вот он дождь. Вот она зима кубанская. Хоп. И уже все слышно. Антоха, посмотри на меня. Человек, который боится идти во второй класс по танцам. Ну, улыбнись, сына, это же так круто. В общем, все хорошо, ты понял? Антоха боится. Его вызвали не только с первым классом заниматься, но и со вторым. Посмотри на меня. Ну, круто же. Теперь Антоха боится со вторым классом. Это первое занятие у нас. У нас теперь танцы все дни недели, кроме пятницы и воскресенья. Все, доставай, пошли. Все, я иду. Антоха отвела. Тут уже елка сияет, станет. Буква И. Акция. Если орфограмма в конечаль не пиши, пиши букву И. Угу. Ну все. Давай теперь смотреть. Первая у нас какая? Так себе возьми и напиши вот здесь. Вот так. Ци. Фунька у нас приболел, да? Ну как ты сейчас? Я же ему нурофен купила, дала ему. Ну только что, он же только проснулся, он же все это время проспал. Нет, просто пошел спать, уже пора. Антоха, он на кресле заснул. Ой, после танцев ему, конечно, энергии, знаешь. Смешанные чувства, сказал. Мы все же не вышли. Сейчас в мастерскую. Пойдем Коле делать подарок. Ой-ой-ой, тут ветер вообще. Сейчас идем. Ух ты, и вот домик. Серженечка его покрасил белой краской. И мы покупали маленькую баночку в зооцентре. Думали, что нам хватит там на 100 домиков еще, да? Но она так впиталась, что еле-еле одной банки хватило. Вот сейчас вот эти дверцы. Здесь будет посередине такие ставни. И они будут у нас другого цвета. Голубенького. Так, ты сразу две, да, клади? Где еще одна? Давай. Мы одну только сторону, да? Я не знаю, давай сейчас сначала одну, как там покраски. Так, а что ты туда ложишь так, наружную? Что? Как они будут у нас? Вот так вот будет открываться? Ну, вот так вот. Ну, в смысле, одной же, одну же. Да. Вот так вот? Нет, не вот так. Вот так вот. Да. Ну, там все равно есть косячки, или они вытираются? Что вот это за пятнышко? Там сейчас край, это ж от этого. Не, просто она и стой эти. Ну, правильно. А почему струбцина? Что ты ей делал струбциной? Ну, красил, чтобы сохло. А, ага, держал, в смысле, да? Так ты гляди, гляди. Так оно ж хер открывается, да. Там только отверткой написано. Ты будешь или я? Нет. Может, так просто? Нет.
Да, но запах от нее есть. Я, если честно, думала, что нет. Ну, это ж кубота. У нее будет запах. Да? Угу. Как раз, наверное, на одну сторону и хватит только, да? Такую. Не, просто чтоб цвет такой был. А, не, нормальный по цвету. Я сейчас вырежу вам покрасить. Ой, краси пошли. Говорю, краси пошли. У нас 12 часов ночи, а я наварила овсянки. Афоньке только спала температура, и он может кушать, да? Захотел кашу. Вот я ему добавила малинки, чтобы каша быстрее остыла. Вроде сейчас температура спала, а то он был весь такой красный. Да, сынок? Полегче тебе? Что, в 12 часов ночи смотрим «Три кота»?